Коркино простились с женщиной-таксисткой. На похороны Елены Манжосовой пришел практически весь город. Сотни людей с цветами, множество венков, нескончаемые слезы. Елена – светлый человек, умная, красивая, добрая, любящая своих детей, любящая маму, брата, всех сначала родственников. Она не боялась никакой работы, трудолюбивая, такой лучик солнца. Матери погибшей стало плохо во время церемонии. Ей понадобилась помощь медиков. Родственники обсуждали вопрос опеки. У Елены осталось двое детей. Ой, тяжело. И терять такого человека очень тяжело. Теперь надо детей воспитывать. Она не успела поднять их на ноги. На похороны приехал и губернатор. Алексей Текслер выразил соболезнования близким. Погибший пообещал поддержку. После этого глава региона провел совещание с представителями правоохранительных органов и чиновниками. Отдельные личности называют себя баронами, еще как-то выделяют себя, вызывающие ведут. Все они после этого должны задуматься, изменить поведение. У нас баронов нет, у нас все равны перед законом. Алексей Текслер поставил ряд задач перед подчиненными: провести рейды и проверки, решить вопрос социализации цыганской диаспоры, разработать программу улучшения жизни в округе и сохранять порядок в городе. Глава региона также раскритиковал работу чиновников в Коркино за несвоевременную реакцию на конфликты в городе.